Пришло время дать нашей стране благополучие вместо бедности, надежду вместо страха, единство вместо раскола. А меня объединила оппозицию и возглавил местную власть. Теперь мы создадим демократическое правление, которое наведет порядок, обеспечит процветание и вернет Молдове уважение. Дорогие избиратели, голосуйте, потому что власть в ваших руках. Голосуйте за Альянс Молдова-Настра. Голосуйте за солнце.